Здравствуйте. Нам задали такой вопрос. Депрессия всегда проявляется сниженным настроением или же она может выглядеть как-нибудь иначе? Сниженный фон настроения отмечается в большинстве случаев депрессии, однако не всегда именно он выходит на первый план и фигурирует в жалобах. Субъективно для человека гораздо большей проблемой может быть не само ухудшение настроения, а другие симптомы депрессивного расстройства. Вместе с тем бывает и наоборот. Изначально человек жалуется на плохое настроение, но при дальнейших расспросах выясняется, что речь идет вовсе не о депрессивном синдроме, а, например, об астеническом. Здесь диапазон вариантов довольно велик. А сниженное настроение в таких случаях является либо одним из симптомов, либо частью реакции на основные проявления того или иного расстройства. Что до картины собственно депрессии, то она может проявляться в виде классической депрессивной триады, которая включает сниженное настроение, замедление мышления, снижение двигательной активности, а также ангедонию. И еще в виде атипичных синдромов, и в таком случае нередко говорят о маскированной депрессии. При эндогенных и органических депрессиях эту классическую депрессивную триаду можно наблюдать чаще, чем при реактивных депрессиях, то есть депрессивных реакциях на стресс. При депрессиях в рамках расстройства адаптации атипичные синдромы встречаются как минимум с той же частотой, что и классическая депрессивная триада, а то и чаще. Что же в таком случае может выходить на первый план? Прежде всего, это нарушение сна и аппетита. Причем, если раньше говорилось о том, что для депрессии характерны раннее пробуждение и снижение аппетита, то затем было отмечено, что нарушения сна могут проявляться также в виде затруднений засыпания, ночных пробуждений, отсутствия чувства сна и невозможности отдохнуть, кошмарных сновидений, особенно связанных с психотравмирующими событиями, а нарушение аппетита также в виде его усиления. Следующий вариант маски депрессии – это функциональное нарушение работы органов и систем, особенно сердечно-сосудистой системы с повышением артериального давления. Причем в случае так называемой психосоматики не всегда бывает легко определить, что же первично – началось ли все с депрессивной реакции, которая проявила себя именно соматическими симптомами, или же снижение настроения добавилось позже в связи с телесным страданием. Достаточно частым вариантом проявления депрессивных состояний бывает нарушение сексуальной функции, снижение полового влечения, анаргазмия и так далее. В некоторых случаях на первый план выходят изменения поведения, апатия, трудности начать новую деятельность, трудности принятия решений, выбора. Значительное количество маскированных депрессий проявляется через выраженные усиления тех или иных негативных эмоций, чаще всего тревоги или вины. Иногда с мыслями, соответствующими аффективному фону, которые могут приобретать и навязчивый характер, а в некоторых случаях гнева и раздражения. Также депрессия может проявлять себя нарушениями концентрации, особенно у детей, и тогда родители жалуются на ухудшение школьной успеваемости ребенка как внешнее проявление нарушений внимания. У детей, особенно младшего школьного и раннего подросткового возраста, то есть примерно с 7 до 11-12 лет, нередко приходится наблюдать обусловленные депрессией нарушения поведения. Чаще всего речь идет об агрессивном поведении, для более раннего возраста – протестном, истерическом, для более старшего – иногда с употреблением алкоголя и курения. Достаточно характерны также самоуничижительные высказывания, когда дети говорят «я плохой, я никому не нужен, лучше бы меня вообще не было» и так далее. Приходилось сталкиваться и с навязчивыми явлениями, как симптомами депрессии у детей этого возраста. Безусловно, все вышесказанное не значит, что в основе перечисленных симптомов всегда лежит именно депрессивный эффект, и только его и следует ожидать и искать. Однако в ряде случаев это именно так. Спасибо за внимание, всего вам хорошего!